Израильская армия уничтожает Ливан. С конца сентября разрушительные израильские авиаудары по стране убили более 1000 человек, и около миллиона жителей Ливана оставили без крова. Атаки происходят прямо по столице страны Бейруту. Израиль заявляет, что их целью является лишь уничтожение боевиков. Однако жертвы среди перемещенных мирных жителей доказывают обратное. Мы обедали, сидели вместе. Прилетели израильские военные самолеты и стали бомбить нас. Я все время говорил дочке, чтобы она не боялась, потому что я не ожидал, что наше здание будет объектом поражения. Ведь внутри все были гражданскими лицами. Вся моя жизнь изменилась за секунду. Стоит отметить, происходящее является уже четвертым за 50 лет случаем публичного вторжения израильских солдат на ливанскую территорию. Последняя такая война произошла почти 20 лет назад. Тогда в результате военных действий погибло более 1000 ливанцев.